Друзья, делюсь результатом. Вы не поверите, но это осенний урожай редиса, выращенный в открытом грунте. В конце августа я вам показывал, как сажаю редис, и вот результат. Урожай порадовал, и это только часть из него. А что самое приятное, никаких обработок от вредителей я не делал. Чистый экопродукт. Посадил, подождал, собрал урожай. Всем спасибо за просмотр. До скорого!